Мне подали коня. Я посадил ее на круп, и мы поехали. Так мы ехали долго и, наконец, оказались в пустынном ущелье. Тут я спросил Кармен: «Так значит, моя Кармен, ты хочешь остаться со мною, да? Я буду с тобой до смерти». «Да», — отвечала она, — «но жить с тобой я не буду». Мы были в пустынном ущелье. Я остановил коня. «Это здесь?» — спросила она и соскочила на землю. Она уронила к ногам мантилью, стояла неподвижно и, опершись кулаком, и глядя на меня в упор: «Я знаю, ты хочешь меня убить. Такова судьба. Но я не уступлю. Я прошу тебя, образумься. Послушай, все прошлое позабыто, а между тем ты же знаешь, что ты меня погубила. Ради тебя я стал вором и убийцей. Кармен, моя Кармен, дай мне спасти тебя и самому спастись с тобой. Хосе, ты требуешь от меня невозможного. Я тебя больше не люблю, а ты меня еще любишь, и поэтому хочешь меня убить. Я могла бы опять солгать тебе, но мне лень это делать. Между нами все кончено. Как мой Ром муж, ты вправе убить свою Роме. Но Кармен будет всегда свободна. Калье цыганкой я родилась, и калье цыганкой умру. Я упал к ее ногам. «Так ты любишь своего Лукаса?» — спросил я. «Да, я любила его, как и тебя, одну минуту, быть может, меньше, чем тебя. Теперь я никого больше не люблю и ненавижу себя за то, что любила тебя». Я взял ее за руки. Я орошалась слезами. Я говорил ей о всех тех счастливых минутах, что мы прожили вместе. Я предлагал ей, что останусь разбойником, если она этого хочет. Все, сеньор, все предлагал я ей, лишь бы она меня еще любила. Еще любить тебя я не могу. Жить с тобой я не хочу. Ярость обуяла меня. Я выхватил нож. Мне хотелось, чтобы она испугалась и просила пощады. Но эта женщина была демоном. «В последний раз!» — крикнул я. «Останешься ты со мной!» «Нет! Нет! Нет!» — сказала она топая ногой. Сняла с пальца кольцо, которое я ей подарил, и швырнула
его в кусты. Я ударил ее два раза. Это был нож кривого, который я взял себе, сломав свой. После второго удара она упала, не крикнув. Я целый час просидел над этим трупом уничтоженной. Потом я вспомнил, как Карвен не раз мне говорила, что хотела бы быть похороненной в лесу. Я вырыл ей могилу ножом и опустил ее туда. Я долго искал кольцо и, наконец, нашел его. Я положил его в могилу рядом с ней, вместе с маленьким крестиком. Может быть, этого не следовало делать. Потом я сел на лошадь, поскакал в кордон и у первой же Кардегардии назвал себя. Я сказал, что убил Карвен, но не желал говорить, где ее тело. Через несколько дней Хосе без всякой пощады ударят. Отшельник был святой человек. Он помолился за нее. Он отслужил обедню за упокой ее души. Бедное дитя, это колес цыгане, виноваты в том, что воспитали ее так. Даже в трудных известиях вызывает у нас удивление и восхищение. В одном образе Кармен и Хосе есть романтизм и есть реализм. И я преподала вот эти два сразу в одно произведение. И, ребята, еще хочу вам сказать. Арс Ленга. Вита Брейс. Проходит все. Одно искусство творить способно навсегда. Искусство, говорил немец Рихтер, если не хлеб, то вино жизни. Да сохранит тебя второй Ильяс, твой добрый гений под бурями и в тишине. Спасибо. Спасибо.